Ставкин разбор! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Всем привет, ребят! Решил сегодня разобрать свою автономку. Снял ее вот с этого места. Видите, грязище. Там вот все отцепил. Вот там вот. Вот она моя автономочка Webasto R-Top 2000 ST. Сейчас, секундочку. Так. Давайте я вам вот так вот покажу ее. Сейчас. Вот. Там все в пыли. Видите, насколько она забилась у меня за 2 года, когда я последний раз перебирал. И даже видно по выхлопной, вот она забита вся. Сейчас буду чистить ее, разбирать, чистить. В общем, на Газпроме в Ярославле нахожусь. Прожгу ее тут все. Такая вот Webasto вот. R-Top 2000 ST. В общем, смотрите, как я ее сейчас, что получится у меня. Так, вот мы видим вентилятор. Здесь непонятно в чем. Так, сейчас возьму обдувочный пистолет. Так, ну вот, обдули ее немного. Сейчас можно разбирать. Так, снимаем вот эту деталь. Так, отцепляем все датчики. Цепляем все датчики. Так. Раз. Свечка накала. Два. Мозги будем, потому что откручивать. Три. Моторчик. Четыре. Все. Плю топливом. Теперь надо брать звездочки и откручивать. Вот такие вот. Видите? Сейчас поищу, будем откручивать. Так. Открутил я мозги. Открутил я воздушный. Вот этот моторчик. Сейчас откручиваем вот эту вот систему. Видите, тут все в соляре. Так, нам надо снять теперь форсунку. Вот эту вот. Видите. А снимается она вместе с горелочкой. Там, правда, сейчас все закоксовалось. Есть чем чай допить. Так. Чайник есть. Ага. Во. Сейчас вы увидите, что здесь такое ужасное. Так. Блин. Ё-моё. Она не отцепляется никак. Во. Ох, ё-моё. Вот это там что-то попало. Сейчас посмотрим, что там вообще, почему это так. Все закоксовалось, блин. Ладно. Сейчас будем чистить, разбираться. Так, вот она сама горелочка. Да горелка, я бы не сказал, что прям сильно так, видите. Не так уж и сильно. Может быть, просто канал вот этот почистить.
Ладно, это мы прожгем, то у нас все выгорит. Так что, я думаю, работать будет. Сейчас будем горелку смотреть, что с ней. Так, надо, чтобы аккуратно снять вот это вот. Тут усики такие. Видите, все в солярке. Она не горела, значит. Тут пятачок стоит вот на этих усиках. Я его вот новый ставил 2 года назад. Так. А так. Что у нас здесь такого? Так. Видим. Какая-то гадость. Видите? Кокс какой-то. Так, сеточка. Ей капец как хреново, я вижу. Ее надо прожигать. Ее тоже надо снимать. Ё-моё, капец как тут все забилось. Надо чем-то это все дело сейчас ковырять. Вот, снял. Вот, видите, как она закоксованная. По идее, надо покупать новую сеточку. Это и хана уже. Но можно попробовать ее прожечь. Но это ненадолго. Сейчас посмотрим, что делать. И примем верное решение. Итак, прожег горелку. Прожег, видите, сетку, она побелела. Здесь еще она чуть-чуть черная. Вот, горелочку всю почистил, вычистил. Эту тоже почистил всю, видите. Как смог, конечно же. Вообще сетку надо новую, но ладно уж. Сетку я сейчас нигде не куплю, поэтому подставлю старую. А как будет в магазине, куплю новую. Потому что эта вещь очень важная, очень нужная. Сейчас такой возможности нет. Да я и не знаю, где тут в этом Ярославле эти магазины. Поставлю, что есть. Вот так вот я ее ставлю. Сейчас еще подобьем. Здесь вот. Так. Все, вроде в пазы она встала. Здесь вот дырочка вот эта вот специальная. Это для... Так. Во. Это для свечки накала. Вот свеча накала. Так, теперь ставим вот эту штуку. Еще сложнее. Опа. Не хочет. Ладно, заставим. Так, таким же макаром забьем ее. Вот и все. Вот и все. Теперь берем горелочку. В общем, берем и вставляем. Ладно, соберу, покажу. Так, все, собрал горелку. Сейчас вставляем воздушный. Воздушный. Так. Вот так вот у нас была. Вот этот вот моторчик воздушный, который нагнетает воздух. Нагнетатель. Так. Ставится он. Вот так вот. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Ну и все закручивается. Ставится, закручивается. Все, поставил, завел. Правда, сейчас дымит она. Обгорает, видимо, то, что я не обжег, вот это вот и обгорает. Вроде работает, собрал. Как вы видите. Сейчас проверим, теплый воздух идет, не идет. Теплый воздух идет. Это уже хорошо. Сейчас. Там какая колонка-то?
Да, работает, все. Греть, греет. Ну ладно, что, пусть пока работает. Прожигается. Итак, друзья, все готово. Печка работает. Потратил где-то времени, час. Понадобился мне один баллон газовый, горелка. В принципе, и руки. Оттуда, откуда они растут. Все. Проверял, работает. Хреначит по полной программе. О, дыметь перестало. Ну, там прогорело, потому что все это пары, не пары. Я там все равно не прям... не все выжег, вот, поэтому все работает, все замечательно. Но все равно сетку надо новую, буду как буду где-нибудь увижу, я ее куплю, потом поменяю, потому что этой сетки хватит вот такого, ну, ненадолго. Если новой хватило на 2 года, то вот этой, ну, на, может, на полгода, там, я не знаю, ребят. Ну, тем не менее, я сейчас буду спать спокойно, спать в тепле, потому что ночные температуры еще все равно холодные, поэтому... Всем спасибо за этот видосик и увидимся. Пока.